could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people. Друзья, всем привет! По многочисленным просьбам сегодня будут автомобили от частников. Сегодня мы не поедем в автосалоны, не будем смотреть на площадках дилеров или еще где-то. Мы конкретно будем смотреть у хозяев. Ведь есть в комментариях люди, которые пишут, что «Макс, какой смысл смотреть у дилера? У них один хлам. Все хорошее продается у частников». Сегодня мы с вами съездим и посмотрим три автомобиля. Более того, эти автомобили мне прислали вы, подписчики. Прислали ВКонтакте. «Максим, хочу купить такой автомобиль, вот такой автомобиль, можно его посмотреть. Сколько это будет стоить и как это сделать?» Сегодня будет бюджет в 500 тысяч. Очень популярный бюджет. В этот бюджет многие даже не берутся за подбор, в том числе и мы, так как мы не можем подобрать на данный момент такой автомобиль, чтобы дать хоть какую-то гарантию на него. Год назад еще что-то было, что-то подбирали, сейчас, к сожалению, машин стало меньше. И это сложнее. Будет три популярных автомобиля. Три популярные марки. Это Mazda, Kia и Chevrolet. А в конце видео будет еще один автомобиль, который мы купили, почему мы его купили и для чего. Ну, это в конце уже увидите. Небольшой спойлер вам к следующему ролику. Первым автомобилем будет Mazda 3, двухлитровая, от хозяина. Ссылку на это объявление мне ВКонтакте прислала девушка. Сейчас мы ему позвоним и поедем смотреть. Хорошего вам просмотра. Погнали! Короче, никто не поднимает вообще. Алло, здравствуйте, мне только что звонили. Да, здравствуйте, по поводу Mazda 3. Да, это я, ага. Скажите, пожалуйста, состояние как автомобиля, как описываете, все прекрасно, все хорошо? Ну, я скажу 4 с плюсом. Ну ладно, 4 с плюсом многовато, 4. 4. Не могу сказать, что она идеальная, но как бы она и не должна быть. Это понятно, машина не новая. Как состояние под нищу, пороги, арки? Были ли ржавые? Устраняли уже, красили, варили, меняли? Что делали? Значит, я ничего не менял. Пороги у меня все целые. Один немного замят. Это даже на фотке, по-моему, видно. Угу. То есть коррозии как таковой нет? Сквозной точно нет, если вы об этом. Сами... В двух местах поверхностной, сквозной нет. Сами стаканы, которые под капотом? Живые. Багажник внутри, под ковром? Живой. Живой. У вас давно этот автомобиль? Год. Год у вас, да. Стоит на вас на учете? Да. Угу. Мы просто занимаемся подбором автомобилей, чтобы время не тратить, поэтому все подробно у вас расспрашиваю. Чтобы ни вас не отвлекать, ни самому время не тратить. Смотрите, давайте, чтобы вам упростить задачу. У меня сейчас она непонятный стук в подвеске появился, поэтому... Если вам это критически важно, я как бы могу скинуть двадцатку на это все сразу, вот минус к цене. Угу. Да нет, подвеска это не так страшно. Мотор, коробка, ну, и кузов. Подвеска-то мотор, это уже... кузов у меня живет. Сейчас можно к вам подъехать посмотреть? Давайте. Жалко, что ли. Все, хорошо, спасибо, подъедем. Жду звонка. Угу. Договорились. Маршрут построен. Друзья, 8-й год. 2 литра, автомат, 135 пробега. Очень мало, конечно, пробега для 14 лет. Как-то мало верится в это. Но всякое бывает. Дверь немножко другого тона. Это мы видим и по фотографии. Но парнишка говорит, что все хорошо. Давайте все-таки доедем до нее, посмотрим. К тому же мы не так далеко находимся. Что там за автомобиль? И как действительно он выглядит? 530 тысяч рублей стоимость. Это как бы не дешево, но живую Mazda 3 практически не найти. Если она действительно хорошая, и если вы нашли действительно хорошую Mazda 3, вот прям хорошую, она стоит этих денег. Ты со мной согласен? Она нет? Даже дороже стоит. Держи. Двухлитровая. Поехали. Фонари мененые. Вот это, по крайней мере, наружный мененый, внутренний свой. Здесь внутренний свой, наружный вроде тоже мененый. Он свежее даже выглядит. Это крыло тоже крашеное. Крыло точно крашеное. Дверь пока не вижу. Детское сиденье. Слушай, ну фары Арига. По крайней мере, правая и левая. Ой, оригинал. Говорит, не до дыр тут. Тут не до дыр. Мой до дыр. Мой до дыр? Повернуть будет дыра. Вот. Да ладно тебе? Ну, согласен с тобой. Вмятина на крыле. И эта дверь крашеная, да? Руль перетянут, но он об этом пишет. Ну, под Оригу. С перфорацией. Да, как положено. Да. Одно заднее левое стекло 7-й год, остальное все совпадает. Знаешь, вот так, на первый взгляд, неплохо выглядит машина. Да. Здесь немножко пошла, но здесь коррозия вот эта поверху, от того, что притерли. Изнутри также она начала уже ржаветь. Почему-то стекло заднее левое меняли. Ничего страшного в этом нет.
И оно единственное. Ну, ты видишь, года. Что заднее крыло, бампер, да, да, другого цвета, и да? И дверь задняя тоже. И дверь другого цвета. Вот оно и вылетело при ударе. Слушай, ну крышка вроде не крашеная. Видно? Да, да, крышка как раз красная, как должна быть, такая темная. Потому что. А это больше оранжевая. Никто не восстанавливает обычно Евросип. Ну, такие наклейки дилерские, да, да. Да. Их обычно выкидывают и забывают, как страшный сон. Фары, Рига, туманки. Ну, туманки у них это болезнь, расходный материал вообще. Фары как новые просто. Они восстановленные, он линзы туда поставил. Диодные. Их полирнули с двух сторон, походу, да? Да. Поэтому да. Так хорошо и выглядит. Здравствуйте. Привет. Максим. Привет. Доброго дня. Доброго Игорь. Привет. Вот она у вас, да, Илья? Да, где-то год. Я думаю, можно на ты, да? Да, можно. Вот. Илья, большая просьба к тебе. Да. Сразу не запускай. Открой, пожалуйста, капотик, а потом можно чуть-чуть вперед ее будет выгнать? Да, не проблем. Чтоб нам походить. Документ там есть? Сейчас посмотрим, да. Сейчас все посмотрим. Вин номер. А вон он там. Это номер двигателя. Нет, это номер двигателя. Двигатель один, он там. Да, да. А фары ее остались, я так понимаю? Да, фары одни, то есть они их разбирали, переделывали. Полировали стекло? Полировали, клеили броню. А, и она еще и в броне. Прикольно, прикольно. Дорого стоили фары? На тот момент я отдал за них. Я так и подумал. Мотор как работает? Хорошо? Сколько масла доливаешь? От замены до замены уходит сколько-то? Где-то 2 литра. У меня банка варяется, я точно не починили, точно не скажу. Датчик положения тоже потеет. Причем уже давно это все происходит. А чего не стал на ТО менять? Чего? Ну, прокладки не поменял, все это дело. А я еще на ТО особо не ездил. Я съездил к одним ребятам, они сказали, тебе все хорошо, я говорю, прекрасно. Съездил с другими ребятами, они сказали, о, подвески, я говорю, понятно. Кто во что горазд, короче, да? Ну, дай им бог за руль, они очень приятные люди. Ну, что там? Диски свежие, да, тормозные? Да, диски менял, колодки менял. Ну, а масло? Понятно, уже кончились. Когда ты менял масло? Вот только-только, да? Ну, недавно относительно. Сколько тысяч? Две проехал? И да, я на ней почти не езжу. 134. Сейчас 136? Где-то так. Выглядит прям свежее, очень хорошо выглядит. Испачкался руку. Я вижу. Опа, бля, вода. Здорово. Ну, зато не здорово. Там внутри. Вот я туда хочу заглянуть. Ой-ой-ой, ты неправильно немножко. Там немного есть. Там воды стоит у тебя просто по колено. Да. Давай вытащим ковер вот этот верхний. Давай. Совсем вместе. Что у тебя там? А, это я менял. А, это типа ограничитель? Это стопоры, ограничитель. Ёбарас, это... Они у меня болтались вот так, блядь, как хуй. Смотри, реально. А здесь у меня так... поменены, они реально, да. Очень жесткая дверь. Я думаю, мало ли сейчас сломаю что. Не-не-не. Мы его вытащим аккуратно и положим загорать сюда. А вот там, я боюсь, будет не очень хорошо. Опа. Давай это сольем в сторонку. Как обычно. Понимаешь, сама обивка натирает крышку. И ровно, где она натирает, она ржавеет. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Кстати, тоже вода стоит. Она, возможно, у тебя течет. И где-то плохо что-то сделали. И немножко подтекает. Вот типа в такую трещину даже может затекать. Понимаешь, для герметик? Ага. По чуть-чуть, она по капельке, да, по капельке. Видишь, там есть такая трещинка. Когда дождь идет, по капельке вижу, собирается, да, и течет. Подожди секунду, сейчас я пойду у себя в машине посмотрю. Да, может, у меня есть баллонник там. То крыло отрезалось. То крыло отрезалось. А, крашено. Вот здесь один раз. Вот здесь второй раз. И вот здесь третий раз. Три раза прям. Вот по эту грань, вот он прям переход. Вот тут. Что-то, ну тут прям видно сразу. Я не понимаю, почему тут, смотри, какая штука пошла, Тёмыч, от замка. Немножко начал раскручиваться. Здесь прям от замка пошла. Но я так понимаю, потому что крашена эта история. Там совсем все плохо у тебя. Вот эту вот штуку надо тоже отсюда удалить, вообще выкинуть на помойку, отнести. Ага. Есть пробки здесь у нас? Да, есть. Давай я ее выбью. Ты ее вовнутрь выдави, она упадет на пол и поднимем. Оп.
Вот она лежит. Сейчас мы ее обратно вставим. Долго она терпела. И лучше это просушить. Да я понял уже. К сожалению, это Mazda, и по-другому не бывает. Ты эту пробку лучше сейчас даже не вставляй. Откуда же подтекает все-таки? Я не думаю, что сейчас будешь искать. Поэтому лучше пусть будет сухо, чем так. Ну вот в левую сторону немножко она, походу, получала здесь. Ну, да, в предыдущем она тоже где-то. Бьется ДТП там, да? Да, в 2017 году было ДТП в левую сторону. Слушай, да, здесь тоже все это отремонтировано. Она больше здесь даже делалась, чем там. Угу. А я тебе покажу сейчас, смотри как. Вот смотри, как слева. Например, да, те же самые точки, герметик выглядит. Ага. Смотри, видишь, колбаска герметика лежит такая? Да. И точки складные. А там ни хера не видишь, точки еле видно? Все, можно дальше не рассказывать. Да. Крыло меняли, нет, Игорь? Да, да. Меняли, вот да? Запил прям, вон, смотри. Я сразу посмотрел, вот, где пилили его. Четко видно. Так, давай, это назад. Ну, я сразу увидел проем крашеный. Вот соберем чуть-чуть назад. И вот эти точки, их накрутили, они не родные. Их кто-то сделал болтом или чем-то накрутил, когда ремонтировал. Хитрость такую небольшую сделал человек. Иллюзию, как ты говоришь правильно. Двое деток у тебя, да? Да. Просто красавчик. Ну, правда? Ты молодо выглядишь очень. Я врач-педиатр. Тем более красавчик. Руль перетянул сам уже, да? Да, да, да. Сильно был тот потрепан? Ну, так, средний. Скажем так, больше моя хотелка, чем необходимо. Да, просто пробег слишком маленький. Понимаю, вопрос логичный, законный, да, но, а кстати, у меня, может, есть фотки старого объявления? Здесь у нас все в порядке. Ну, педали хорошо выглядят, если так вот. Вот эти больные места на стаканах, под наклейками. Тут что-то такое, типа изоленты. Закрытое отверстие, но ржавеет изнутри, поэтому начинает поднимать. Здесь достаточно хорошо выглядит для Mazda. У Mazda обычно здесь беда-беда прям. Аналогично с этой стороны. Не буду здесь протирать. Ну, вот она там. Там большой жук уже. Если расковырять, будет некрасиво. Заглядываем везде, смотрим. Все до мелочей. Начиная от телевизоров, заканчивая усилителями бампера. Усилитель бампера, когда был ударен, помят или заменен, ничего страшного. Но просто это вас наведет дальше, куда посмотреть. Поэтому здесь ничего страшного нет. Так, что у нас здесь? Здесь у нас резиночка натирает немножко. Это ничего страшного. Так, 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 так. Игорек, нравится тебе этот шов? Ух, как нравится. И через красную нить проходит через саму СРС. Ну-ка. А с той стороны такой снимает? Да, здесь так же, но это не то. Здесь она проходит так же. Нить красная, да? Только видишь, она здесь еле красная. Ну, другая немножко. Там старались, также имитацию делали. Немножко ярче взяли. Видишь, какой ровненький шов идет? Аккуратные стежки. Друг за дружкой идут ровные. Сейчас найдем, откуда она начинается. Угу. Вот. Примерно отсюда. Вот она шла. Она еще чище. Да, не чище, она просто яркая. Другой красный цвет. Вот она шла. И здесь начинается новое. Причем здесь немножко стянули. Вот она идет, да? А здесь внахлёст, понимаешь? Где разорвало, это место подтянули сюда и сшили вместе вот здесь. И вот дальше уходит опять. Давайте посмотрим. Слушай, ну вообще... Вообще она здесь, Игорек. Ну, видно же, что перешит сиденье. Видно, и подушка грязная. И шторка грязная. Тоже, вот это? Верхняя. Это тоже? Я понял. Вот она грязная. Не буду сильно ковырять. Да, с разборки. Я вижу маркером. Видишь, да? Поэтому и грязная. Ну, молодцы, что вставили. Подушка есть. Но с разборки. Ну, ее вставили, иди покажу. Смотри, первое, да, что в глаза бросилось. Вот видишь, нитка, смотри, идет. Вот, а раз красная стала идти. Была темная, стала яркая. Да, потом смотри, здесь немножко ее стянули, чтобы дырку зашить, где хлопнуло. Ага. Уходит. Ну, шов, видишь, какой вон, видишь? Да, 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 да. Отстегивается сиденье сзади. Это на будущее. Мало ли будешь покупать машину, тебе это поможет. Я тебе только подбор. Здесь подушка у нас, да? То есть мы видим, она есть. Но вот она помеченная. И она грязная со всех сторон.
Как бы, но она стоит, это очень хорошо. Ну, уже есть, уже прекрасно. Вопрос, вы ее работаете, конечно. Ну, если восстановили нормально, я думаю, она работает, да. Ну вот, к сравнению, другая. Здесь немножко ручка мешает. Подушка чистая, никаких надписей нигде нет. И сама подушка, видишь, какая белая, просто идеальная. И, кстати, сама лента немножко по-другому идет. Ну, видишь, да, никаких надписей, нигде ничего нет. Все идеально выглядит. Поэтому надо быть немножко внимательно, и все это сам увидишь. Не надо будет тебе никакой подбор. Рука японца, может, дрогнула. Прям вот, вот этого места не было вообще. Он не находит, да? Металла не обнаруживает. Вот тут уже есть. То есть вот все, скажем, вылеплено. Два. Видишь, вот где-то здесь. Прям пятно было. Дверь заменена. Она, видишь, под завод бьет чуть-чуть больше, чем завод. То есть завод у нее вот, тонко красит Мазды до 100 микрон. Соответственно, внутрянка у нее как наружка должна быть. Тут прям все слепили. Слушай, видимо, проем заминало. Но тут крыло, насколько я понял, не резали, я швов не нашел. Поэтому здесь и коррозия, потому что здесь шпакли, видимо, килограмм. Поэтому вот такая история. И всю бочину прям лепили, весь проем на пороге. Торчит сильно. Загляни. Вот здесь металл поразворачивал уже. Игорян, ты меня пачкаешь. И порог пошел чуть-чуть. Ну загляни сам, посмотри. Сразу увидишь все. На самих краях, там не критично. А, да, есть. Вот это перебора. Есть чуть-чуть, есть загнуто. Зато по морде не получало. Ну да, здесь тоже, кстати, ржавеет уже хорошо. Здесь арка уже разваливается. Так как здесь ремонт был. Блин, заглянуть бы туда чуть-чуть поглубже. Вот туда. Вот туда. Сейчас я это выправлю. Блин, руки запачкаю все. Из-за этого меха там собирается много грязи. Ладно. Большего, чем мы видим, мы уже не увидим. Отщелкнем вот это место. Тут даже краска сверху на пластике. Я все соберу. Нет, здесь все нормально. Так, давай документики гляну, можно, да? Да, пожалуйста. Я полноты прошедший, точно я, честно, честно, по жизни молодец. Слушай, это чудо просто. Она реально питерская машина. И она реально хорошо выглядит для Питера. Просто все хозяева молодцы. Даже те, кто попал в ДТП с правой стороны и восстанавливал все это дело. То есть они не поехали в какой-то совсем плохой сервис, да, где, знаешь, слепили, все, езжай. Восстановили подушки. Поставили бэушные. Бэушные подушки работают, если грамотно сделано. Это 100%. Угу. Нет, все, подушки работают, все есть. Все отрабатывает. Она грязная, что трогали ее. Такие, как я, лазили руками, трогали. Теперь она грязная. Он тут видел? Накул. Да. Сухой прям. Второй слой, грубо говоря. Не, слушай, его, я так понимаю, может, и не раз красили. Хотя. Да, ему еще доставалось, я так понимаю. Да, там видно, как прижоги даже. Смотри, еще покажу. Будешь смотреть машины? Ну, тебе для интереса своего, если интересно. Да, ну, интересно. Вот такие штуки отгибаешь, все, что можно отогнуть. Смотри, вот видишь, где держится фонарь, да? Ага. Вот, смотри, видишь? Это что, сварная точка? Ну, вот это оно родное, здесь, а крыло меняли. Крыло само еще, оно и черное. Видишь, внутри вот. Ага. То есть оно осталось в транспортировочном грунте. Его даже не облили ничем. Ну, в принципе... Прикольно. Да, а должно быть? Здесь у нас рычок, здесь удобней. Здесь видно, вот да. Такое должно быть. Ну, оно, да, оно серенькое. Да. Как багажник. Да, 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 да. Именно как ниша багажника и прочее. Да, точки сварки. Само крыло изнутри черное. Мы не будем всю обшивку разбирать здесь, чтобы более тщательно это поглядеть. Мы и так это видим. И вот там много-много намазано. Типа герметика, чего-то еще. Из-за этого оно здесь начало ржаветь. Под этим герметиком уже жуки. Самое интересное, что слева крышку крутили, а справа нет. Ну это я так понимаю, что из-за того, что крыло было помято, ее регулировали. Потому что ты неправильно смотришь. Ее сняли вместе с петлей. А.
Я понял. Понимаешь, здесь регулировали как раз, как ты говоришь. И петлю тоже снимали. Да. Ну так здесь другое ДТП. Я понимаю. Понимаешь, когда меняли крыло, тебе петля все равно будет мешать. Ну да. Его открутили, вот они сбили, да, вместе с петлей и здесь крыло поменяли, обратно прикрутили, не трогая вот эти места, куда все умные смотрят, приходят, типа, ага, 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 все, все четко. Здесь, когда это делали, красили, ремонтировали, возможно, вообще не снимали багажник. Да. Просто потом его подвигали, чтобы здесь выставить уже с этим крылом хоть какой-то зазор. Собственно, вот и все. Ты фонари поставил Тайвань? Один Депа, второй... Тук. Депа, да, вот он, правый. Да, это Тук. У меня были старые родные фонари от Мазды. Они выгорели. Да. Я поменял на Депа оба. Мне въехали через неделю, вот, собственно говоря, следы. Угу. И треснуло здесь стекло. Я поменял на... А я уже видел, что лежит, да. Но эти еще относительно новые, просто стекло. А выгорает именно стоп. Да, стоп. Особенно на автомате. А сейчас у меня стоит светодиоды. Угу. Они потом сделали ему рест, поставили и светодиоды поменяли по кругу, да. Да. А так от того, что на тормозах стоят, лампочка выжигает. Да, да, да. Да, эти сказки я знаю. Это не сказка, это правда. Не, это правда. И на Мазде CX-7 так. Я когда приехал к ребятам по фарам, которые, они мне сказали, оп, это беда. Я говорю, понятно, но вот так, покупаемся, это дело вставляем. Да, ты поставил депо, ничего страшного. А течет, течет, ну вот здесь удар. Здесь его потрещина. Да, здесь удар, там замена. Где-то щелочку нашла вода. Туда и забегает вся. Поэтому можешь даже не закрывать эту штуку. Ну реально. Спит, конечно, но пока... А, нет, нет, ну нет, нет. Так и езди, багажник можешь снять я вообще. Понял. Ребят, я понял. Пробку не закрывать. Пробку. Если тебе интересно, машина у тебя на твердую тройку. Тройку. Она не хлам. Да, получала по жопе туда-сюда. Да. Есть коррозия, но это все вменяемо в пределах Санкт-Петербурга. Я увидел номера 53-й регион, подумал, что она оттуда. И думаю, тогда вообще сохранилась четко. И знаешь, что самое интересное? Я не буду уверять, что это скрученный пробег. Но судя по тому, что она такая хорошая под капотом, возможно, он родной. Ну, скорее всего. Понимаешь, возможно такое. Педали хорошие, сиденья неплохие. Руль перетянут. Ну, может быть, может быть. Опа. Понесли. Может, сразу на помойку? Там один вот этот наборчик штук 3 стоит. Зеленый. Я бы забрал чуть. На помойку. Смотри сейчас, что будет с выхлопной трубой. Не подходите близко тогда. Полетело, нет? Стоишь много, получается. Мотор заведен, конденсат собирается. Дай немножко просраться где-нибудь. Ладно, спасибо тебе большое. Конечно, если что, пишите, если будет интересно. Все, счастливо. До свидания. Надо закрыть багажник. Я закрою. Знаешь так, вниз его. Рукой, рукой. Ну что я скажу, ребят. Как бы далеко не новое, Игорюк. За 530 тысяч. Но среди маст в Питере она неплохая. А, твое мнение никого не интересует? Я понял. Я уже даже не сомневаюсь, что это... Да это хлам, ну честно. Трезанное одно крыло, второе шпатли собранное. Это не хлам. Опять же, в подбор эта машина не пойдет. Ну, потому что она получала... Ну, это же, чтобы была ясность, мы показываем сейчас, да? Да. Это запросы людей, кто выбрал себе машины вот эти. Да. Друзья, напишите, что вы считаете. Стоит эта Mazda 510 тысяч с торгом в 20, который нам объявили по телефону? Возможно, по месту скинули бы еще, но у нас не было цели торговаться. У нас была цель посмотреть автомобиль, стоит его покупать или нет. Небольшая поправочка. Mazda 3 за 300, за 400 откровенно вообще лютый хлам. Туда даже не стоит ездить смотреть, там будут дрова. Поэтому жду от вас сообщения, как вы считаете, стоит этот автомобиль или нет. Да, владелец много чего рассказал, много чего, возможно, он не знал. Я надеюсь, что это так. Едем дальше. Молодой человек, который прямо хотел с нами поехать посмотреть автомобили, также 500 плюс-минус на автомате, прислал мне аж 8 объявлений. Также ВКонтакте прислал мне эти 8 объявлений, которые он смог выбрать из всего, что есть, которые показались ему более-менее нормальными. Из них мы смогли дозвониться только до троих. Один показывает вечером, бог знает где, в общем, нет смысла даже это смотреть. Два человека готовы показать сегодня. Сейчас вы все увидите. Как Игорь им звонил, разговаривал, что сказали по телефону, как машины выглядят, какое состояние и что оказалось при осмотре. Доброго времени суток. Макс, я думаю, рассказал уже, почему мы здесь сегодня собрались. Собственно, начнем с первого. Focus, 8-й год, черный цвет, выглядит неплохо. Указано два владельца, хотя базы с этим не согласны. 10 лет собственности,
Два реальных владельца, продажа от собственника написано. Давайте убедимся в этом. Наберем. Ксения заявляет три окраса. Арки и пороги сделаны. Жирная комплектация, сборка Испания. Но продавать машину мы, конечно же, не хотим. Минуту гудки идут. Не алло. Видимо, фокус сегодня, если и будет, то попозже. Давай тогда посмотрим, позвоним по поводу Kia Ceed. 7-й год, 1.6, 170 пробега, 3 владельца. Правда, опять автотека не согласна с количеством владельцев указанным. Но указан реальный пробег. ДТП, конечно же, были. Собственно, непонятно. Написано надежный корейский автомобиль. Владеет 17-го года. Брал с пробегом 137. За 5 лет не подвел. Обслуживал, денег не жалел. Константин. Костя, ответь, пожалуйста, ты. О, взял трубку. Алло, да. Доброе утро, звоню по машине, не продали еще? Нет, еще. По кузову были серьезные ДТП, какие-то окрасы, ремонты? Ну, окрасы были, да, задняя часть, задние крылья, крашеный бампер, крышка багажника, капот. Капот, это, как понимаю, косметика еще для меня окрасилась. Угу. Задние крылья я красил, а крышка багажника тоже с бампером. Потому что были три ДТП в задней части автомобиля. Но ДТП незначительные, я покажу фотографию. А есть фото даже, да? Я понял. Да, конечно, все три ДТП с фото, там одно ДТП есть такое неприятное, там поменяли усилитель, наполнитель, бампер, все оригинал. А, ну без панели задней, там ничего такого, пол задний, ничего не ушел никуда? Не ушел, там немножко выстучили в углу. Угу. Если знаете, там есть это, такое типа вентиляционное отверстие, вот его немножко выстучали. А, слева, справа? Слева. Я понял. Угу. По технике что-то вот сейчас срочное нужно делать? Срочно нет. Вот, так, диски тормозные, колонки тормозные, где-то 1500 проехали. Систему тормозной полностью перебирали. Все суппорта перебирали, направляйки смазывали, поршня меняли тоже. По коробке вопросов никаких, все хорошо с коробкой. Коробки вообще вопросов никаких нету. Такой вопрос, посмотреть ее где можно и когда? Сегодня можно. Все, понял. Тогда как буду выезжать, наберу за час примерно, чтобы в курсе были. Слушай, ну вполне адекватный продавец. Единственное, что я вижу, конечно, по фотографиям качество окраса. Заднее левое крыло вот на этой фотографии просто феерично выдает качество окраса. Он говорит капот и задняя часть, но чисто по фото дверь вообще не в цвет. Просто она, тут такой разнотон, три элемента совершенно разного цвета. Ну, это мы сейчас все проверим вживую. И он говорит, что сюда был такой удар, типа, и самый неприятный, что вот здесь находятся вентиляционные такие отверстия, жалюзи так называемые, и ее помяло, я так понял. Вот сюда был какой-то удар, возможно, фонарь, крышка, то есть вот здесь комбо было. Посмотрим качество ремонта и как сделано. У нас есть Влади, который продает Авео на газу. Позвоним? Давай. Красивая, белая. Даже подозрительно как-то. О, с подсветкой. Перешитый руль. С карбоном. И тут карбон везде. Смотрим, куда рука добралась, везде карбон. Тут частично, правда. Привет, абонент не отвечает на связи ассистент Олег. Что передать? Ну, спортивные, короче. И такие подсветочки есть в салоне. Вау. Это ambient подсветка от BMW. Просто давай, до свидания. Чао. Чао. Карбоны. Ну и накладки на пороге есть. И карбон стойкий. И резина есть. Но больше всего, конечно, вот эта штука улыбнула. Такая. Фу. Открыл багажник у тебя. Фу. Просто. А кто это перешивал, то такой горб, здесь горб, я даже не знаю, здесь горб. Эта штука должна быть не кожаная, она должна быть, ну, серого цвета, вот как вот эти половинокарбоновые накладки на воздуховоды. Стильно, стильно, жалко, он трубку не берет. О, я штука не усмотрел, такую красоту, как чихал на кулису.
Не, выглядит как презерватив. Натянутый отвратительно. Люди хотят, чтобы мы снимали участников, да? Из четырех машин только два человека взяли трубки. Один не может показать, когда нам удобно. Когда ему удобно в темноте, ночью, вечером этот пример смотреть отвратительно. А только один человек может показать машину по итогу. Из четырех, ну, фокус. Вот три часа он обновил назад, Ксения обновила объявление. Почему она трубку не берет? Да, из приколов, конечно, машина фоткалась под дождем, она вся мокренькая. Лучшее время для продажи. Жди, мне кажется, или здесь пузыри? Бугры. Да. Она перетянутая, возможно. Очень велик шанс. Смотри, вот пузырь, вот два пузыря. Ну вот, всегда обращайте внимание всегда. Смотрите внимательно фотографии. Вот это вот можно увидеть легко. Но вот это было бы интересно посмотреть вживую. Заявлено три окраса на всей машине. Вот я очень бы хотел посмотреть. Я смотрю, какая-то морда свежая. Бампер, понятно, криво висит. Он почти на всех фокусах криво висит. 99, что она вся окрашена. Заявлено три окраса. Конечно, мокрую машину очень сложно смотреть. Зазоры чуть разные по крылу, по переднему. Но это все такое... придир. И это все на 150 пробега. Торпеду мы уже увидели. Как часто владелец ездит с двумя комплектами ключей? Мне кажется, никто из владельцев автомобилей с собой два комплекта всегда не носит. Вот из того, что я вижу сразу. То есть, ну, по факту эту машину можно уже не смотреть, исходя из ситуации того, что видно. И поехали к нашему прекрасному Сиду. Посмотрим Сид. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession. Добрый. Игорь. Костя. Посмотрим. Так, ну основные вопросы вот сюда, да, в эту сторону прилетело. Ну, первое вообще ни о чем, да? Угу. Второе? Угу. Тоже на перекрестке. Это оригинальный... Усилок, я понял. Усилок. Это оригинальный бампер. И третий. Что-то вам прям не везло на заднюю часть. Ну, да, у меня жена. Все попадает. Резко тормозит? А крышку не меняли? Крышка осталась своя. Yep. Евроавто обещал поменять, короче, но по факту. Но по факту ничего не сделали. Вот это место, да, выстукивали? Тут была складка. Mm-hmm. Неприятный момент, конечно. Ну, герметик заводской. Оп. И вот здесь складочка была на фото. Я увидал. Накрасили прям туда, заходили. Шагрень-то нет так на ощупь. 300, 400. Ну тут ничего смертельного-то и нету. Арка тоже сделанная. Ну вот тут лепили дверь. Для примера. Да, крыша своя. Эта дверь тоже крашеная. Смотри, красили, даже пленочку восстановили. Да, тут тоже пошел завод. Так. Дверка крашеная. О, эта дверка своя. А капотик открою, можно, да? Это стойка своя. У нас не трогалась. Крылышко тоже своя. Ну, капот крашеный, это правда. Тут 200 плюс микрон. Крыша 120, капот весь 200. Фара оригинал. Жалко, у них даты выпуска нету. Нигде. У них ВИН-номер вот здесь. Прикольно. Ну, хотя как бы опасное место. Да, в случае какого-то хорошего удара... И начинается... Два вина. Да, ну, ставят все равно по вот этому. Поэтому, если его нет, то с постановкой будут проблемы. Масло не кушает? А, только сальник. Задний сальник не может. А, задний. Блин, коробку снимать надо. Это самое, конечно, неприятное, что есть у них. Ну, я доливаю где-то, меняю масло на 7 тысяч, ну, 8 где-то примерно. 7500, 8 тысяч, мне, я доливаю 300 грамм масла. А, ну это вообще мелочь. Сталактиты маленько. Стабилизатор на месте.
готовы переварить. Ну, у них с катализатором еще проблем не было, да, слава да. богу. Передняя крышка бежит маслом, но это стандартная болезнь G4FC. Всегда вот это место мокрое у них. Это фара тоже оригинал. Интересно, от сколов что ли красили или зачем? Потому что он оригинальный остался, даже наклейка нашинская. Они тогда так русифицировали, смешно. То есть там наклейка будет на корейском, по-моему, что ли, а наши поверх клеит свою. И на с этих козырьках солнцезащитных такая же история. Так. Две подушки менял, левую и правую. Опоры, в смысле, имеете в виду? Зачем, так не знаю. Ну, оригинал зато поставили. Ну, естественно. Эта дверь тоже крашеная. О, да. Арочка вот эту опять. Что-то почему-то всем с этим арком не везет. Здесь чуть-чуть уже полезла коррозия. Тут тоже второй слой. Это здесь. Ну, прям по эту линию красили. Здесь, если машина сухая будет, наверняка видно будет где-нибудь переход. На влагу очень сложно увидеть. А, крышка менялась багажника. Я понял. Ну, это мелочь. Это стандартная. Почему-то арком задним не везет всегда. Крышку заменили, вот эту, скорее всего. Просто, может, не смогли восстановить то, что было. Там вмятина какая-нибудь сильная. А, я понял. Возможно, она и оригинальная, но ее прям вот здесь лепили. Внутреннюю часть. Там шпаклевка, да? Да, да. Вот прям здесь внутри. Да, вот. Почти миллиметр. Стекла посмотрю. 7-7. Ну, оно заменено, конечно. Да, в 10-м году. Да, но оригинал. Приятно видеть. Не, все стекла 7-го года. Возможно, крышка реально своя осталась, но просто ее красили из-за того, что тут был какой-то ремонт вот с этой стороны. Я понял. Красили вот по вот это место. Тут переход. Он даже пальцем ощущается, как такой, как шкурка маленькая. Здесь тоже будет окрашено, а здесь уже не крашено. И здесь все свое у нас. Вот тут тоже все свое. Наклейка покинула чат. Бедный ремень, столько раз его забывали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь все свое, все красиво. Угу. А вот этот проем уже крашеный. А можно резинку дернуть с проема? Я верну все на место. Вот, видимо, складка была серьезная, поэтому красили с проемом. Вот с этой стороны 130, 120. Ну, стойку уже свою, видимо, вот так вот проем покрасили. Здесь все красиво. Ну, видимо, вот здесь просто была такая неприятный залом, видимо, вот в этом месте замяло арку, поэтому и красили с проемом. Самое интересное, что подушки не срабатывают обычно при ударе в заднюю часть. То есть вот так машина крашена. Крышу не трогаем. Вот так, я имею в виду, по передней двери и капот. Красиво. Катушки, свечи. Свечи каждый день у нас. А, то есть каждые 7,5 тысяч? А это тоже по ДТП заявляли, не заявляли? Это первое ДТП. А, я понял. Ни толчка, ни пинка. Подогревов у нас нет, комплектация у нас простая. Тут особо вариантов-то проверять нечего. Простая комплектуха. Мультируль. Он не кожаный. Блин, с боковины вообще досталось как-то прям сильно. Владелец 17-го года. Три владельца. ППТС. Первый владел с 8-го года. По 13-й, второй с 13-го по 17-й. Ну, нормально, кстати. У меня во второй машине паспорт, там права. Да, честно, я понимаю, что вы владелец, тут даже спора нет. А по пробегу не проверяли ее никак, по автотекам, не по автотекам? Ну, как бы, смотрите сами. Здесь как бы, ну, когда я покупал с подборщиком, он сказал, пробег оригинальный. Я покупал ее у деда. Я понял. Просто у них в мозгах-то пробегов нету, к сожалению. А лето? Она еще зима стоит. Нету к ней? Есть лето. Есть лето. Я просто в объявлении что-то помню, что там было. Нормально. Не, ну мотор у них шустрый, это 1.6. Для своего объема. Ну, задушенная, 115, это еще первое. А морты не потели, ничего такого? Ну, никогда не замечал такого, чтобы они потели, чтобы они пробивали как-то. Кондей можно попробовать.
Сейчас я боюсь. Так, с таким с 39 фаренгейтами тяжело понять, есть ли кондиционер или нет. Так на ощупь. Блин, вот не понять. Конечно, заправить я бы заправил. Но я не думаю, что там его нет. Надо слушать муфту на месте, когда стоишь. Тормозами запахло. Резину жалко. Да сейчас она еще... как бы два сезона, она еще три сезона точно отъедет. С машиной все понятно? Угу. Тогда, как только клиент что-то решит, я вас наберу, хорошо? Все хорошо, да. Давайте. Все, всего доброго, хорошего дня. Задний правый проем крашен. Пол заднего левого проема крашено. Арки из шпакли, крышка багажника из шпакли. Вот левая часть вся, вообще вся. И внутрянка еще из шпакли. Ну, не целиком, но да. Блин, я честно, я скажу, что это стоить должна, блин, 400. Вот 400 она бы стоила, ну, мое мнение. А 530, ну, 510 после торга она не стоит. А я, блин, я по многим машинам звонил. Какой автомобиль у вас в продаже, если не секрет? Шевроле Авео. А, белый Авео. Что у нее по кузову? Что крашено, что не крашено? Были серьезные ДТП или нет? По ДТП было в 20-м году, кажется, или 19-м, или 20-м. Фотография с места ДТП у меня есть, если что. В итоге поменяли бампер и поменяли фару. А какую фару? Левую, правую меняли? Не помните? Правую поменяли. Я понял. А машину посмотреть можно? Можно. А это все до вас? Да, это все до меня. Что-то коррозия тут какая-то. А по заднице ничего не было? Не в курсе? Что тут залито антикором? Да не, вроде все свое. Панелька задняя. Оригинал. А ГБО тоже не выставили? Нормально работает с ним, вопросов? Да, оно работает, но он пора бы фильтра поменять. Ага. А вы на бензине есть или на газе? Да, я понял. Может, надо не заглянуть. Ну, крышка оригинальная. GM. А фонари тоже не вытащили. Я просто буду спрашивать, потому что не понимаю, что было. Не-не, тонировали. А, тут просто. Они, скорее всего, и просто сами. Не-не-не, у них они прозрачные, белые. Это вот. Ну вот прям покрашено. Он прям по это место. Вот так. У них они должны быть такие. Светлый, что ли, так сказать, красный. Так, сейчас обратно все это дело. О, я просто. Зима, соответственно, в комплекте. Скул такой. Я вот тапки как-то слева было. Ага. Понял. Такие приколюшки. Так, тут царапина есть. Вот мокрую машину смотреть, конечно, такое удовольствие. Так. Вон накладки на пороге. Так, на ощупь вроде не. Все гуд. А музыка тут штатная или как? Да. Дополнительно. Мультимедиа так она работает. Закрыл? Закрыл. Наклейка, как обычно, отвалилась с ВИН-номером. Частая история. Так, а ВИН-номер у них не на полу, по-моему. Не на полу. А это вы уже заклеивали дефлектора, вот эту всю? Да, вот эту. Ну, я пытался, короче. Но пленка не самая лучшая попалась, поэтому... Я решил не доделывать это все. Я понял. А вы не занимаетесь пленками? Нет. Нет, я просто мало ли. А руль перешивали вы, не вы? Руль, да, я перешивал в Краснодаре. Ну, не сам, конечно. Ну, я понимаю. А там что, с ним все плохо было? Нет, ну, там сама хуже. Просто она и крутам прилипала. В Краснодаре не солнечно постоянно. И очень неприятные такие ощущения. Тайвань. Меня сразу, даже герметик не положили. Вот нехороший люди, он уже пошел весь. Здесь пошел, все вот это по шву. Где герметик не положили, когда капот меняли. А защиты не было, да? Нет. Понял. Фара оригинал. Провода какие-то висят. Блин, так опасно ездить. Как бы за просто контакт. Антифриз не уходит, ничего такого. Не привык, что тут газ стоит. Блин, но мотор на газу всегда чистый. Это вот это единственный плюс газа, на мой взгляд.
Я просто не понимаю, что зачем в этот мотор ставить газ. Ну вот честно я скажу. Я не особо понимаю. Но в Краснодаре эта машина раньше была у девушки хозяйка, а ее муж владелец СТО. Ага. Ну и в общем газ там можно было как на халяву, короче, поставить. А тут я так понимаю. А тут кондей вообще работает, нет? Да. Работает? Да. Блин, это так трубка. Да, они все гнутые, вот так вот, но работает. И печка работает. И этот отвалился, хобот. Да, да, да. Ну и фара тут, я так понимаю, тоже не оригинал стоит. А вы где-то ездите по такому, прям как грунт? Ремень весь в этом деле. Опора менялась. Вот это передняя, правая, фронт R. Тут полка крыла. Вот сюда прям удар доходил. Здесь тянули вот эту полку крыла. Вон же он, видимо, выезжал. Вот этому досталось. А номер мотора нормально, да, читается? В МРЭО, когда ставили, гаишник не смотрел, что ли? Не, он смотрел. Не, ну я думаю, тут если почистить, его найти можно, он еще нормальный. Да, ну точно эти буквы вижу. Не все, но надо почистить. Но это чугунина, это нормальная история у них. Бачок открыт. Это не антифриз, есть. Этот корпус термостата поменяли на правильный силуминовый. У них просто это такая распространенная болезнь, она постоянно отваливается. Это пенжиром. Это шов, что ли, или что? Как шпак здесь вылеплю. Пенжиром. Видишь, как полоса идет вверх-вниз. Куда прям свечу? В правую сторону. Блин, проводка. Непонятно, конечно. Дырки. Тут. Не хватает? Не хватает. Не хватило. По рейке вопросов никаких, ничего. Ни люфтов. Лобовое надо менять. А что это за дырка в торпеде? Тут же датчик должен, да, по-моему, какой-то? Тут решеточка была. Говорилось, так понимаю, по духе сработали. И здесь, видишь, зазор. Там просто с той стороны такой зазор дикий. А по духе не срабатывали? Насколько знаю, нет. У нас тут все ковырялось, разбиралось, а там ее и нет. Нету? Нету. Здесь все такое с зазорами и с этими. Вот тут видно, как вставляли инструмент. И вот здесь через лобовое видно, что она прям отходит от торпеды очень. Здесь она нормально, а здесь прям, ну, дырка. Тут, конечно, так не заглянешь, без съема руля ничего не увидишь. Но там точно нет подушки. Там просто пустота. Там, где болты должны быть, там ничего не крепится. Так, подушка. Вот она. Отдельно тухнет. Значит, эти обманка стоит, что ли? А с коробкой ничего не делали? Нет, только масло. Ага. А это тоже не вы? Вот эту подсветку красную? Да это просто ленточка. А, я понял. Там USB разъем вставляет. А-а-а. В темноте подсветится. О, смотри, тут даже расколото. Вот тут с этой стороны. Прям торпеда, куска как будто нет. Под толщиномер все сделано. Эта дверь не крашеная, вопросов нет. Шум? А, она в шумке, да? Я понял. Я слышу просто, как двери отрабатывают. Так. Здесь тоже все круто. В эту сторону, я так понимаю, был удар. 1000, 1100, 1300. Смотри, фонарь Ориго стоит. А этот не Ориго. Этот, видимо, сохранился, а этот депо. Чуть-чуть налепили, шпакли, накидали. Здесь эта штука, вот прям, видимо, да, и крылышко вот это будет сделано. И здесь, видишь, герметик восстанавливали. И слеза маляра. Ой, я запачкал маленько. Вот она. Так, это крылышко, тоже деланное. Ну, вот где-то здесь. Здесь, конечно, мы не найдем ничего сейчас на мокрой машине. Ну, где-то вот здесь переход будет. И арочку тоже делали. Это уже своя. Сейчас мы. Ну и крыло, оно тайваньское. Оно. О, смотри, на эту прям краски пожалели. Там покрасили под толщиномер, а здесь пожалели маленько. Ну, капот тут, я точно уверен, что то же самое будет под завод. Ну да. Вот чуть-чуть на краях толще, потому что это руками, когда красишь, как завод не сделаешь никогда. Да не, вроде здесь все свое. Можно отдернуть? Я на место поставлю.
я не буду снимать. Тут просто аж панели разошлись в этом месте. Еще пластиковые накладки друг от друга. Ну, вопросов тут нет. А сколько пробега, не помните? 134, я понял. Там просто, видишь, он пишет ошибку 24. А, я понял, подсветки номера, да? Он на него ругается, что типа нет лампочки. Да. Я понял. Хоп. Не, здесь все хорошо. 134, 600. А на стойке это тоже вы карбон, да, наклеили? Да. Там была наклеена вот этой карбоновой, обычная черная. А, ну это заводская, да. Я понял. Вон как крыло откручивали. Она отказывается сотрудничать. Видишь, ее прям покрасили прям по этой штуке, что ли. Или это полироль, она прям болтается. Так, а машина 12-го года? Да. Через на лобовой даже сохранилась. Лобовой? Да, Рига. Ну поосторожней так. Без подушек. Я не думаю, что, конечно, в руль ставили ставить просто обратно ее. Спасибо. Да, все, хорошего. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Да я просто в шоке. Че, участников хорошие машины? Смотрите, участников, только леденцы. Че-то участники леденцами-то не балуют. Человек выбирал машины. Сомнительный, конечно, автомобиль. Без подушек. Со стрелившей безопасностью. Надо еще ремни посмотреть, но я уже не стал человека задерживать. Тупо его время сэкономил. Потому что вся морда Тайвань. Правая полка крыла тянулась стапелем. Причем так нормально тянулась стапелем. Она ей хорошо досталась. Там, я так понимаю, телевизор китайский, крылья китайские, фара китайская, капот китайский, капот уже пошел. Человек слышал, да? Говорит, да, мне пофигу, типа, что там, машина, грязь. Ну, я не понимаю, ну, твои деньги. Самое интересное, по телефону человек сказал, что только бампер и фара. Остальное все просто так дописывалось. Не было на самом деле. Ну, как оказалось, было на самом деле. И было очень хорошо, что подушка... Там просто тупо накладку вот эту сверху положили. И как бы... И все. И больше ничего не надо. Зачем? И так... Безопасность. Друзья, вы заметили, какие два абсолютно разных продавца? Абсолютно два разных человека с разной идеей и целью в голове. Первый, по Kia Ceed, рассказал практически все, что он знает. Что было, что красил, какое было ДТП, даже что там скрыто под бампером, где было помято немножко. Это можно было вообще не рассказывать, туда сейчас не заглянуть. Единственное, скорее всего, пробег все-таки больше на этой Kia, так как сильно потерто сиденье, но это чисто предположение наше. Второй человек, продавец Chevrolet Aveo. Что он говорит по телефону? Бампер? Фара? Какая-то там ерунда? Возможно, что-то где-то там по базе ГИБДД дописано лишнего, этого не было. По факту, машина без подушек, машина битая сильно, сделана плохо, с диким тюнингом, плюс газовое оборудование, пробег, ну, добавим еще туда 200 к щитку приборов, что, скорее всего, он больше. Более того, этот автомобиль еще и в залоге находится, он куплен в кредит этим молодым человеком. Не будем уже говорить, что он хочет продать кредитную машину, не платить кредит. Возможно, он хочет ее продать и пойти погасить кредит, так как он купил, скорее всего, в таком состоянии ее и просто впоролся, просто не глядя. Ну, это мы так допускаем. Что по-настоящему, мы не знаем. Но машина – откровенный хлам. Такой автомобиль покупать нельзя ни в коем случае, вообще никогда. Но еще один автомобиль. Этот автомобиль нам никто не присылал. Пока мы ездили, смотрели эти машины, нам позвонил человек, которому мы когда-то подобрали эту машину. Подобрали в январе месяце 2021 года. Сейчас он уезжает из страны на какое-то время, и автомобиль решил продать. Ну и, конечно, обратился к нам. Мало ли у нас есть клиент на этот автомобиль прямо сейчас, чтобы его продать. И, естественно, мы сказали, да, интересно, и поехали его смотреть. Ведь год назад он был просто прекрасен. Давайте посмотрим, что сейчас с ним, в каком состоянии эта машина, и примерно покажем вам, в каком состоянии мы стараемся подобрать машины для клиента. Почему предыдущие эти три автомобиля, они просто не годятся. Хотя и Mazda, и Ceed, в принципе, на данный момент для Санкт-Петербурга в бюджете 500 это неплохие автомобили. Ну, вернешься, когда подберем другую. Обязательно. Открой, пожалуйста. Сейчас мы осмотрим быстро ее. У нас хоть об этом автомобиле есть информация, да, но она уже годовалая. Игорек, ты проверяй пока. Да, без проблем. Ну, вообще, когда на ваш канал наткнулся, я вообще увидел, балдеж. Ну, это хорошо. Да, это вы притерли уже, да? Это я притерли. Вот это сзади, ну я не знаю, это меня притерли. Вот это точно я. Но я имею в виду, что при вас. А вот эти, да, спереди, сзади, там бампер немного откол. Так, ну что у нас здесь? Здесь не начало ничего ржаветь.
Нет, здесь все идеально просто. Просто идеально. Ну, такие тряпочки не надо. Тёмыч, посмотри, как проемы выглядят. Карты дверей. Она очень хорошо выглядит до сих пор. Здесь сломали плитку, я насколько понял. Мы будем снимать чехлы обязательно. Блин, они так круто надеты, слышишь? Да, что, я вот поэтому и... Что их так просто не снять. И да, не снимал. Далеко-далеко уходят. Там новые сиденья. Да. Они с рождения, скорее всего, здесь. Понимаешь? Неужели там новые сиденья? Ну вот и край, смотри. Просто нулячие сиденья. Слушай, на такие жалко задницы садиться. Здесь все отлично. Друзья, ну и более подробно об этом автомобиле уже в следующей серии. Что мы сделали, в какой порядок его привели, ведь его купит кто-то из вас. Если еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Также подпишитесь на Telegram, Яндекс.Дзен, Рутуб, сообщество ВКонтакте. Туда, куда вы мне присылаете эти ссылки. Ссылочки все на все будут внизу под роликом. Ну и, естественно, ваши комментарии и лайки. Всем вам удачи и всем пока. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind.